6 из 800 автолюбителей оказались пьяны. В Магадане полицейские подвели итоги акции «Нетрезвый водитель». С 19 по 21 марта в областном центре сотрудники госавтоинспекции проверяли транспортные средства для того, чтобы выявить тех колымчан, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Таких оказалось 6. Однако аварии с их участием не зарегистрировали. Водителей привлекли к административной ответственности. Сотрудники ведомств напоминают, управление автомобилем в состоянии опьянение влечет наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишением прав сроком от 1,5 до 2 лет. Если инцидент повторится, нарушителя ждет лишение свободы до 2 лет и прав на 3 года, а также штраф от 200 до 300 тысяч рублей.